И привет всем, друзья, с вами Оптимус. Сегодня 15 апреля. И вы думаете, почему у меня, что происходит, где мы вообще? Почему шары кругом всякие, поздравляю. Да вот в чем дело, ребята, у меня сегодня день рождения. Исполняется мне, а вот не скажу. Вот, так что я сейчас все украсил, приготовил стол. Такой немножечко будет обзор петард, которых я приобрел. И немножечко так покажу вам, как я буду отмечать, да? Будет все у меня уже весь холодильник забит. Вот. Так что, вот такой у меня обзорчик сейчас будет. Купил я недавно со скидочкой Corsair 8. Две упаковки. Купил фонтан на день рождения. Сегодня буду пулять. Вот такой от Super Salute. Фонтан Титан. Вот такая крутая штука, ребят. Вот такие эффекты. Я это, конечно, все засниму. 100%. Купил еще 20 супер треуголок от Super Salute. Эту штучку мне дали римскую свечу на сдачу. У них не было. Вот. Ну и купил вот такой вот пляж. 13 залпов. Ребят, да, если честно, не до этого. Хотел снять влог, конечно, про день рождения. Вообще, дел просто жестко много. Вот, поэтому влог не смог снять. И взял 13 залпов. Ну, почему? На них только скидка шла, да? Были больше, ну, больше не надо. Вот, вот такой вот салютик будет у нас. Сейчас покажу. Ну, самый веселенький мне показался. Вот такой вот. Вот. Так что ждем сейчас, точнее скоро вечером пойду снимать. Для вас скоро, для меня это еще часов 5 надо ждать. Так что ждем, ребят. Кстати, жалко, что я не снял влог, вот, потому что он у меня получился бы неплохим. У меня тут всякие конкурсы, короче, но у меня будет не до этого. Я имею в виду не до влога. Вот всякие конкурсы я тут друзьям приготовил, всякие штуки тут. Ну, короче, классные увеселительные мероприятия застольные. Вот, всякие игры, там, крокодил. Вот такой, наверное, конкурс на трезвость. Там скороговорки говоришь потом дальше. Вот такая тема. Вот, ну, короче, разные такие штуки будут. Вот. И, конечно же, ребят, взрываем Corsair 8 в пеньке. Погнали. Вот, подошли мы к пеньку. Прорываю я защитную пленку с фитилем. Так, вот она у нас. Угу. Так. Я просто вот сюда положу. Вот так. Сейчас вам покажу. И посмотрим, что произойдет с пеньком. Он, кстати, старенький уже. Проели его термиты уже. Как вот это деревце у меня. Вот. Ну так посмотрим. Что же будет, ребят? Погнали. Ну что, ребят, готовы? Тогда погнали. Себе, смотрите, как ее вогнуло. Охренеть, ребятня, вот это да. Ну вот и все, мы снимаем наш салют, отрываем серебряную пленочку и все, ребят, погнали, снимаем. Поджигаем, ребят. Да, ребят, назад. Поджигаем. Ой, блядь. Тихо, не матерься. Вот оно. Отлично. Рождение меня. Все, поставили, ребят. Где она зажигает? Вот, нужно оторвать. Это срываем аккуратненько.
срываем. Вот она. Вспышечка. Все, готово. Все, поджигаем и убегаем. Давай. Все, Саш. Стоит. Стоит хорошо, да? Все, погнали. Все, погнали. Да, все, все видно было. Что все будет видно. Фонтан Титан. Саня. Саша, отойди. Классный фонтан. Хороший немножко.